На сайте администрации округа появилась информация об утвержденном перечне специальных мест для запуска фейерверков. Это касается применения населением пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 классов по степени потенциальной опасности. В городе Воскресенск это всего 4 площадки. Поле напротив дома 20 по улице Зелинского, набережная реки Москвы, район у озера Докторовское, а также по улице Рабочая открытая площадка между домами 127 и 137. В Белозерском фейерверке официально можно пускать по улице Юбилейная у дома номер 4. Также определены площадки в поселках Харлово и Фосфоритное, в селах Ошиткова, Конобеево, Федино и в деревне Чемодурово. Адреса опубликованы на сайте администрации. И в продолжении темы. Пользоваться пиротехникой необходимо строго, соблюдая правила пожарной безопасности. Каждый год от неправильной эксплуатации фейерверков случаются сотни пожаров по всей стране. Сотрудники пожарной охраны еще раз обращают ваше внимание на строгое соблюдение правил при обращении с огнем.